Тихо. Побеспокоила я вас, да? Курёшечки мои. Девочки и мальчики, сейчас будем делать. Так, снимаю я вам видео своих перепелочек породы альбинос техасский. Ну и в процессе взвешивания я вам буду просто рассказывать, так как долго их наводить на них от именно светом нежелательно. Птица дуже любит спокойствие и рассеянное освещение. Прямые солнечные, то есть свет прямый, они не дуже любят. Хочу вам показать своих перепелов, чтобы вы бачили визуально, не словесно, никаких фотографий фотошопа. Я хочу вам показать перепела, які работали у мене с декабря 17-го года. И буквально еще чуть-чуточку, и наша линия цих перепелочек перейде плавно с маточного поголовья на суповую курочку. Перепелов надо вообще аккуратненько так важить, чтобы они и крылышки себе не поломали. Вид, конечно, у них рабочий. Что почти что одинаковые две курочки. Одинаковым весом. Тихо. Сейчас мы их берем. И буквально хотя бы их тут до десятка вам показать. Який вес. Кто у меня приобретал перепелов с декабря и по данный момент, а сегодня у нас октябрь. Тихо. А сегодня у нас 20 октября. Ух, тихо, моя хорошая головушка. Моя хорошая головушка. Так, ноль. Боже, если бы я ее так прикрыла глазки... Ну, вы скажете, что я навела на веса, там прижала. Все, ничего нема, 450 грамм. Дуже затруднительно важить перепелов. Но если это у нас курехи такие уже, знаете, дамы, чуть-чуть в возрасте, они, может, и привычные, что Лена их постоянно им передивляется. А если это вообще молоденькие курочки, молоденькие, если вообще курочки, они вообще-то так щекоток боятся, всегда надо их брать. Вот так вот сверху, опа, как голубку. Вот, сверху взяли, как голубку, крылышки легонько, но не сильно прижимать. Потому что если будете сильно прижимать, можно так и ребра ей поломать. Тихо. Ну. 460 грамм. Ну, плюс-минус 10 грамм, так как уже на улице очень поздно, даже ночь. Ну, как можно сказать, ночь. Часов, наверное, 8 вечера. То есть 22:00. Возможно, какая-то перепелочка у нас. Ну, тихо. Изнеслася. Вот 10-15 грамм плюс-минус. Может варьировать туда-сюда вес. Да. Ну, конечно, туда-сюда. Так, а ну иди сюда, шиты. Тихо. Вот, если бы сейчас сверху ложить, мне, например, такую надо было и крышечку. Хотя мы можем и сделать, там крышечка есть, 440 грамм. Так, и осталось у нас буквально раз перепелочка. 450 грамм. И осталось у нас последняя курочка. Опа. Яка. Вот сяде у нас красивую коробочку. А в коробочке у нас никого нема. Нема. И есть перепелочка. Тихо, моя красавица, тихо. 440 грамм. 440 грамм. Ну, я думаю, коротенькое видео. Вы мне задавайте вопросы, я вам отсниму и скажу. И расскажу. Опа, ну коку вот одне. Вот тут вот снесла курочка. Сейчас мы
60 грамм, да, коробка, бачите? Коробка у нас 60 грамм. Мы делаем тару, ставим яичко, 15 грамм, 14, 15. Вот таке яйцо йде на інкубацію. Ну, яйця несуть, перепіла. Альбінос техасский, крупні. Є і 18-грамові, є і 22 грама. Ну, по поводу веса яиць, можна тему піднімати, можна розказувати. Очень много. Це у нас йде не кондиція, яйцо крупне, 19 грам. От я вам поставлю яйцо, яке, возможно, йде на інкубаційне. 14-15 грам. От ставимо следующее яичко. 15 грам. Можна поставити ще одно, і ще одно, і ще одно. 15 грам. Вот такие яйца несут наши перепелочки. Даже несут и двухжелтковые, и больше. Но это не инкуб яйцо, то уже иде пищевое. Я вам сейчас показываю вот два яйца, которые считаются пищевыми. Они у нас на инкуб яйцо не идут. Слегка дефект. Це розносяться молоденькі перепелочки. На цьому вже закінчую відео. Не буду мучити своїх перепелок, які сидять у нас в другому ящику. Відношу їх в клеточку. Дорогі друзі, якщо у вас виникають питання, обращайтесь. Всього вам доброго. З вами я, Хитрук Єлена.